Всем привет! Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас на обзоре, как я вам играю, Вил, полицейская машинка. Тоже из серии Патруль. Стоит 160 рублей. Да, в прошлой серии мы собирали из этой же серии, только у нас был вертолет. А в этой серии вот мы сегодня вам представляем вашему вниманию вот такую вот полицейскую машину. Полицейское авто. И обращайся на человечков. Если в конструкторе есть или нет, это пустяки. Ну да, самое главное... Сколько там деталей? 71 деталь в этом нашем конструкторе. И тоже, видите, защита города. Да. То есть, большая ответственность. Смотрите, вот такая инструкция здесь складывается. Вот сначала. Угу. И здесь тоже полис. Это полис. На, угу. Это на английском полицейский. Угу. А полисмен это кто? Полицейский. Сам полицейский. И вот наш автомобиль. Знаешь, что мне здесь нравится? Что же тебе нравится? Что каждое, что мы уже собрали, это серым. А то, что мы уже сейчас собираем... Это свет там. Ага. То есть это легко при сборке, да? Когда да. Ты видишь, что то, что ты уже собрал, это уже более серым цветом, а то, что те детали, которые нужно ставить, видите, они? Вот черная деталь, вот они ее показали, черная, вот на этом этапе вот такие два белых элемента надо ставить. Понятно. И обращайся на это, видите? С конструкторов нет этого. Подсказки, да, имеешь в да. виду? Подсказки, сколько деталей? Да, нужно. Ты такое попадалось. Ну, и вот сборка здесь из 8 этапов. А иногда такого нет, такой подставки с конструктором. Так. И вот наш шар. Ага. Он прям уже... Что же произошло с нашим колесом? Наш автомобиль очень много ездил по городу. Нет, он на шуруп проехал, и у него спустило колесо. Так, ему сейчас нужна помощь? Он сейчас поедет куда-нибудь, чтобы ему отремонтировали колесо? Нет, полицейский уже отремонтировал. Кстати, где он? Бежишь, полицейский. Ой, что это такое? Вы видите, это чьи-то ноги прискачали к нам. Что за ноги, непонятно. Да. Оп, а это что такое? Это тело человека. Вы когда-нибудь видели, чтобы тело человека было поделено на две части? Что-то новенькое. Опа. Опа. А вот как и в сказке, да? Были ноги, было туловище, а теперь все вместе. И смотрите, одна рука куда-то исчезла. А что же не хватает нашему полицейскому, чтобы он был... До конца похож на полицейского. Вот его кепка. Нет, это шляпка вообще. Шляпка. Ой. Это панамка. Нет, это берет. Это волшебная шляпка, которая исчезает вредная. Ага. Ну давай его уже. Вот. Он у нас будет сейчас в кабину. Ты его посадишь. Будет водителем? Или будет рядышком со своим авто стоять? Авария. У нас еще раз отвалился баллон. Ой, и полицейский наш прям обалдел и упал в обморок. Так, ну давайте посмотрим, какая машинка получается. Машинка тоже не маленькая, такая интересная. У нее еще может капот, если снять, открываться. Ну покажи, как открывается там капот. Это надо его забрать, так? Да. Угу. Ой, смотрите, теперь белое все осталось. Нет, ты, может быть, верхнюю этот крышу снимешь? Вот. И посадишь туда полицейского? Давайте это сделаем все-таки. И посмотрим, ему понравится там все-таки. Он у нас уже разобрался, походу. Но сейчас мы его... Смотрите, он полностью не помещается, даже так. И он для этого снимается. И для этого надо его ноги загнуть. Посадить сюда, как будто бы там человек в тюрьме уже. Он везет его в тюрьму. Как будто бы. И представляете, человек вот такой едет в машине. Представляете, такое на самом деле было? Это какой-то кошмар. Если еще
машины сами ездили. Это только роботы могут так быть, если честно. Знали, вы видели такие машины на ребят, которые сами ездили? Видели? Нет, наверное, если только какая-нибудь на радиоуправлении, и где-то сбоку ею управлять. И вот наш уже человечек готов. Скажи, человечек, тебе там нравится? Ну, конечно. Это же мой любимый автомобиль. И я буду защищать мой город. Поехали защищать. Я буду смотреть, все ли в порядке. Если нужна будет моя помощь, я обязательно всем помогу. И вот наш человечек. О, вот и сам преступник. Арестовать себя. Ой, мой автомобиль немного простреляли. Ой, мне нужна помощь. Кто же может помочь нашему автомобилю? И, конечно же, на помощь ему прилетает наш вертолет. Я тебе... Вертолет, вертолет. Прием. Ты нам можешь помочь? Да, вертолет сейчас будет эвакуировать нашу машину. Какие-то пришельцы. Какие-то пришельцы на нас нападают. Такие пришельцы. О, такие. Быстрее надо эвакуировать его, иначе они сейчас меня еще сломают. Мы, ребята, пока улетим с мастерскую бедного. Я пока вернусь, заберу свои блоки нужные, которые нам нужны. И наш автомобиль будет чиниться. И смотри. Семь.